Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас, если не ошибаюсь, уже четвертый день чистки медных монет при помощи мыла. Какое мыло, я до сих пор держу в тайне, чтобы вы досмотрели все видеосюжеты до конца. Я буду его рекомендовать лишь тогда, когда добьюсь желанного результата. Сейчас я пока не имею права, а то скажете: сказал, а оно не работает. Мы будем вместе с вами контролировать и следить за этим процессом. Вы уж извините, прошло уже не 24 часа, а побольше. Обычно я снимаю это днем, но так как я приехал сегодня только с копа, только вышел из ванны, но обязан доставать монеты каждый день. Так что время уже 12 час, и приходится мне уже так поздно снимать этот видеоролик. Извиняюсь. Так что сейчас достаем и смотрим. Осталось мне спать всего-навсего 4 часа, потому что завтра отправляемся на шикарный выход. Будем заниматься шуруфлением одного фундамента, который уже начат. Но находки там были шикарные, но не наши. И мы будем продолжать. Так что смотрим мои шурфы. Будет очень интересно. А сейчас отправляемся к нашим монетам, которые находятся в баночке. Будем открывать, мыть, чистить и смотреть уже на четвертый день чистки. Ну что, поехали. Все, та же баночка с соляночкой, с нашими монеточками. Вскрываем. Как вы видите, все то же самое. Вода и все вот это. Мы это все дело достаем. Приходится опять повозиться. Избавляюсь я от этого, нажимая на все это при помощи руки. И монеты сами по себе чистятся. Видите, они уже чистые. Это ускорит процесс. Так что вам вот такой вот лайфхак. Не нужно мучиться. Просто нажимаете на это все дело. И монеты все выдавливают из себя. Жидкость, все средство. Вот так вот. Сейчас мы это все дело достанем, промоем, прочистим. Если кто первый раз попал на этот видеосюжет, посмотрите первый, второй день, третий и весь процесс. Мы сейчас их помоем. Пройдемся щеточками. Я вам покажу после 4 дней чистки. И вы уже будете знать, какой результат. Ладно, сейчас последки достану. Все это промою и вам покажу. Так что включусь буквально через считанные секунды. Итак, ребята, достали мы все из ведерка. Теперь мы берем наши монетки и просто-напросто при помощи щеточки вымываем. Слиплись. Вот видите, вот в таком вот виде они у нас выглядят, эти монетки. И нам нужно все с них смывать. Это я делаю для того, чтобы вам показать, какие результаты. У вас должно получаться тоже так же. Зеленка, к сожалению, при помощи мыла сходит, но окислы, которые вошли в металл, я в этом методе тоже использую екатериновский пятак, чтобы вы видели, что мыло с большими окислами справляется очень-очень тяжело. Нужно будет держать этот пятак несколько месяцев, чтобы добиться того, чтобы зеленка вся сошла. Как вы знаете, если смотрели первую, вторую, третью часть чистки монет, уже на третий день мы
изъяли из процесса чистки две монеты, которые почистились довольно-таки шикарно. На них осталась родная патина. Быстро, да? 3 дня почистили монету до идеального состояния, причем оставили родную патину. Не нужно будет наносить. Вот видите, здесь уже болячки скательного пятака сходят. Вот, а вот с этой стороны придется повозюкаться. Неделю 100%. Ну, как-то пока вот так вот выходит. Ладно, сейчас я все это быстренько вне эфира почищу. Затем, после того, как я их промою в водичке, я покажу, как я их потом еще ускоряю процесс при помощи своих щеточек волшебных. Это латунная щеточка и стальная. Обязательно тоже покажу. Итак, ребята, ну вот, монетки я протер. И вчера я выкладывал 3-й видеосюжет, выпуск. И мне один из комрадов сказал, что он попробовал почистить такими же щеточками. И у него, к сожалению, щеточки снимают патину. Вот, я же чищу, у меня все хорошо. И он попросил, чтобы я наглядно сделал в прямом эфире. То есть я вот взял, смотрите, монетку. Смотрите повнимательней. Царапин на ней нету. Видите, да? Что на этой стороне, что на этой. Для начала я возьму латунную щеточку. Пройду с латунной щеточкой по нашей монете. Видите, ребята, слышите по звуку? Я прохожу по монете. А то скажут, просто погладил. Ну, по идее, да, нужно как бы гладить это все. Не переусердствовать. Как зубы чистите, так же и нужно с монетой. Вот, прочистил с одну сторону латунной щеточкой. И смотрите, сейчас буду играть светом, чтобы вы видели, что царапин нету. Родная патина не сдирается. Помимо всего, ребят, что я вам сейчас только что показал с латунной щеткой, я возьму другую щетку, стальную. Кто-то сейчас, наверное, за сердечко схватился. Смотрите на данную монету, в каком сохранении она сейчас. Вот, есть небольшой очаг вот в этой области, смотрите. Видите, светленькая? Как бы здесь уже патина сама сходит. Слабенькая патина. Но факт в том, что я должен вам показать, что царапины не остаются. И патина щеточкой не удаляется. Я со всеми монетами так прохожу. Тем самым помогаю мылу побыстрее избавиться от неровностей, от зеленки, темных пятен и всего прочего. Это была стальная. Теперь смотрите на монету. Сейчас фокус сыграет очень хорошую роль. Так, фокус, где фокус? Вот. Смотрите, на монете царапин нет. Как она была изначально, так она осталась. Патина на месте. Если будут какие-то проблемы, я вам обязательно об этом скажу. Вот, в принципе, вот такая вот монетка. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, протер я их щеточками стальной и латунной. Царапины не оставляет. Вы сейчас это все сами и увидите. В общем, получилось у нас как-то пока вот так вот на 4-й день. Я решил вытащить уже 5 монет.
Вот 5 монеток я отложил в сторону. Сейчас я вам их продемонстрирую. Ну а пока что по монетам, в принципе, получилась вот такая вот зеленка. На некоторых монетах сходит очень тяжело. Но завтра, возможно, еще пару монет будем изымать. Какие недостатки есть? Вот, например, советская монета 5 копеек. Родная патина есть. Но если ее дальше продолжать чистить, то проявляются, смотрите, мелкие очаги чистой меди. То есть родная патина все-таки как-то сходит. И еще, если у вас монета с небольшим дефектом, как вот эта, если на ней есть удар от лопаты, то тоже будет сильно видно чистая медь. Мы постараемся, конечно, в ближайшее время вам показать, что постараюсь эти удары спрятать, то есть запатинировать, и монетка будет выглядеть более-менее нормально. Так, Катин пятак получается с одной стороны более-менее сходит зеленка, но, к сожалению, с другой стороны очень тяжело. Правда, стали проявляться уже вензеля. Вот эта часть вообще не было видно. Сейчас как бы уже рельеф начинает проглядываться. Здесь тоже удар от лопаты, к сожалению. Ширкнули. Вот, давайте я вам покажу те монетки, которые я уже из чистки изъял. Вот, например, деньга. Родная патина. Никаких как бы загрязненности нету. Даже гурт почистился бодренько. Я решил эту монету все больше не держать в растворе и убрать. Дальше. Это тоже монетка почистилась. А нет, вообще-то здесь вот небольшая зеленка есть. Давайте ее обратно к другим. Хотя она не интересна тем, что рельефа нету. Но все равно уберем. Так, еще одна деньга. О, в объектив я вижу, что здесь вот небольшой очаг зеленки есть. Здесь вот видно, да? Будь здоров. И, в принципе, здесь тоже все хорошо почистилось и нормально выглядит. Хотя через камеру я вижу, что зеленка все-таки присутствует. Да, вы тоже, наверное, видите. Я потому что снимаю при ламповом освещении, и через объектив это лучше видно, когда я светом играю. Вот. И копеечки николаевского образца тоже, в принципе, почистились нормальненько, бодренько. Я думаю, их точно можно убрать. В общем, три монетки. Вчера две и сегодня три. Я думаю, завтра подойдет эта деньга. Затем это подойдет. И может быть еще какая-нибудь из этих. Так что пока получается вот так вот. Как вам результат? Достаточно быстро получается. Жалко, что вот эта вот пчелка чистится как-то неравномерно. Зеленка присутствует. Патина неоднородная. Вот, к сожалению, нужно будет, наверное, патинировать одним слоем. Здесь сохран, конечно, удручающий. Вот так вот 4 дня. Ну что, ребят, все то же самое. Ставим монеты стоя. Каждый день у меня происходит одно и то же. За исключением того, что мы теперь каждый день уже достаем из оборота чистки по несколько экземпляров.
Так что завтра ждите следующие монеты, которые у нас почистятся. Погружаем полностью, чтобы гурт у монет был утоплен, чтобы он тоже чистился. Вот, вот так вот. Все это закрываем до завтрашнего дня. Как вы видите, за 4 дня почистила 4 монеты до идеального состояния, до идеальной ровной патины. Как вы видите, цвет патины разный. Это все зависит от года монеты. Это у нас 18 век, это у нас 19 век. Патина может быть разной. Все зависит от структуры металла, от почвы. Но это все родное. Родная патина. После этого метода они как бы еще осуществляются, как бы какая-то консервация. Потому что мыло имеет такое свойство — стеарин. И стеарин, он как впитывается в монету. Но иногда может проявиться в белом виде, в виде порошка. С этими монетами уже второй день, и ничего не проявляется. Монета шикарная, как будто покрыта воском. Приятный на ощупь. И надеюсь, так она и останется. Класс. Ну что, ребята, посмотрели мы 4-й день чистки. Вы видите, результат есть. И он радует. Потому что на 4-й день мы еще изъяли из оборота процесса чистки несколько экземпляров. А в частности, еще 3 монеты. На 3-й день 2, и сегодня уже 3. Завтра также будем снимать пробы именно с тех монет, которые почистились и оставили родную патину. Так что смотрите продолжение завтра. Что, какие монеты у нас почистятся очередные. Я понимаю, что раскрываю все тайны. Нумизматы, наверное, кусают локти, также реставраторы, потому что этим методом может заняться любой новичок и привести монеты в порядок своими руками. Так что ждите продолжения. Если вы попали на мой канал первый раз, обязательно поддержите пальчиком вверх, напишите комментарий, что вас интересует, может быть, какой-то вопрос. А также подписывайтесь, если еще это не сделали. Как это сделать? Нажимайте на красную кнопочку «Подписаться», чтобы она стала серой. Ну, на этом и все. Давайте завтра, потому что спать мне осталось уже 3 часа. Пожелайте нам удачи на шурфе.